Добрый день, друзья, с вами Квестоник, и здесь мы будем играть с вами в игру Firetruck Rescue Mission. Здесь мы будем водить вот такую вот пожарную машину. Так, вот, и сразу же приехали на какой-то пожар. Тут стоять, тут куда-то непонятно возник. Так, а вот какое-то управление здесь такое непонятное. Так, ладно, запускаем воду, чтобы нам видно было. Так, это сюда. Давай сюда. Так, это поднимается. Блин, а как направить его сюда? Непонятно. Так, тут как оно поворачивается? Это вверх вообще дует. Так, будем как-то сейчас регулировать. Так, это вот вверх тоже делается. Ага, вот сюда теперь идет. Все. Так, нет, 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 нет. Вот, тушение идет понемножку, но я вряд ли успею, потому что осталось-то всего секунд, ну, мало времени. Так, а у нас новая миссия. И мы поехали дальше. Что-то лестница сразу поднялась. Не знаю зачем. Так, потихонечку поехали. Так, что у нас по камерам? Есть вот такая вот непонятная, и в принципе вот такая вот неплохая. Как-то так сбоку и снизу. Ну, в принципе, видно со всех сторон машину. Вот, так, мы приехали на место. Так, тут тоже какие-то пожары. Тут вообще какая-то авария. Стоять. Угу. Тоже пожарным надо бегать, а что здесь делать? Ага, на вот эту вот область идем. Так, что ж такое, эти ящики не дают. Еще и машины, блин, так нагло ездят. Да, здесь надо вывести человека из этого, из области этой вот аварии. Так, а куда его тут надо? Ага, вот сюда надо. И... такое. Так, а мы поехали дальше. Тут, как всегда, у нас новые вызовы, новые пожары. Это ужасно. Так, ну это, слава богу, что только игра. Вот, так, давайте-ка мы сюда поедем. Тут на карте, если честно, не очень удобно ориентироваться. Странно, как она ведет себя. Так, а что у нас есть? Ну, такой главной камеры он не поворачивается, а вот когда назад сдаешь, ого, стоять. То назад есть такая камера. Так, пожарка с каким-то прицепом, может быть, там вода или средство тушения, непонятно. Так, и вот здесь я пожара пока что не вижу. Стоять. Приехали. Ну и чё? Так, здесь... Ага, наверное, там на каком-то этаже пожар. Всё, не заметил. Так, по лестнице поднимается. Что-то только один. А, вон, всё, вижу пожар. О. Так, что здесь у нас? Давайте-ка мы сюда придем. Так, и тут, наверное, надо просто потушить пожар, я так понимаю. Да, вот он тушит. Вот так вот. Так, ого, тут прямо по курсу у нас уже. Тут огонь, пожар. Вот так вот, не спеша едем. В принципе, времени, я не знаю, как-то... Хоть кажется немного, но когда тушишь пожар, что-то его не хватает. Странно, конечно. Так, и что здесь надо делать? Так, ага, тут уже кто-то тушит. Уже какая-то бригада, наверное, приехала до нас. Но, видно, их сил не хватает. Так, что мне делать? Ага, мне надо бежать на вот эту вот область. Снова кого-то вытаскивать из этого. Из огня. Да.
Так, и куда его внести? Ага, на вот эту вот область зеленую. Так, что-то я не туда пошел. Изначально. Тут до сих пор тушит. Правда, один, ни машины, пожара нет, ничего. Так, поехали. Ну, тут как-то уже сразу так пожар появляется. Даже особо ехать никуда не надо. Так, не понял. Тут никакой остановки нет. Ой-ой. Ага, вот туда нам надо ехать. Блин, это что за 3 минуты? Надо все 3 пожара потушить? Видите, со всех сторон одни пожары. Так, это, конечно, не нравится. Я вряд ли успею, ну, все потушить, судя по тому, как долго направлять в, ну, сам бронзбой, непонятно как. Так, вот, что у нас здесь? Так, включаем, чтобы сразу было понятно. Так, это он туда. Вот это вот как-то надо развернуть. Так, ага, она туда, значит, будет. И надо вот, чтобы она повернулась. Так, это она вообще в землю. Блин, а как же ж... Я как-то встал неправильно, не знаю. Вот. Так, это вообще куда-то поднялось. Ну, так как-то разве что. А, вот так, в принципе, можно. О, как-то донашел. Так, и есть один пожар. Так, я не понял, там что-то два остальных пожара я не потушил. Только один надо было что-то. Значит, тогда время немного дали. То я думал. Так, тут вот целых 4 минуты дали. Как-то многовато. Так, эти машины, конечно, сильно мешают. Ох, тут темно становится, что ли. Так, ну. Так плоховато, если честно. Видно пожар, это видно какой-то, ну, так быстро сменяется день-ночь. Сделали в игре, но все равно как-то не очень. Надо, чтобы день наступил, так оно получше смотрится. Так, ну ладно. Едем пока. Так, где у нас то, то что день наступает так быстро. Так, и вот вижу, куда нам надо приехать. Так, ну вот день наступил. И... Так, стоять. Проехал я. Тут прицеп, конечно, иногда бывает мешает. Так, надо припарковаться тут нормально. Что, самолет что ли загорелся какой-то? Или вертолет? Так, ну и снова вот эта вот ночь наступила так быстро. Так, ну давайте как-то сейчас... Так, вот сюда повернулся. Так, нет. По высоте тоже нам не надо. Блин, а как же ж его? Так, нет, это я выключил. Так, если сюда повернуть. О, так, вот, вроде тушится. Или нет? Нет, не долетает. Нет. А вот так. Что-то он не долетает. Ну вот так должно быть. Вот прямо в него дует. Странно, а чё не тушит? Так, как-то далековато я стал. Стал там, где надо, что-то непонятно. Вот, вроде тоже надо летать.
странно, конечно. Ну и времени, конечно, не хватает. Ну ладно, ну все. С вами был Квестоник. И всем пока.